Сегодня 16 апреля, воскресенье, мы в Порто Монтенегро. Как обычно, гоняемся на G70. Сегодня нам дали всего 4 лодки, так как до этого парочку разбилось, но ничего страшного. Покажем вам, что происходит до, во время и после наших гонок. Погнали! И сейчас распределяемся по лодкам. На каждую лодку по 3-4 человека, максимум 5. А новеньких сажаем с более опытными. Все экипажи уже распределились, сейчас вооружаем лодки. Как только все будет готово, выходим в море, ставим дистанцию и гоняемся.